Наконец-то нам анонсировали релиз iOS 14.5. Давайте же мы с вами поговорим, что у нас нового, какие добавили новые фишки, с чем нам придется работать. И не будем томить, приступим к обзору. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. А спонсор данного видеоролика – Moneyback, сервис, который поможет вам вернуть деньги за донат в играх с Play Market App Store. Услуги Moneyback не требуют предоплат, они делают свою работу, возвращают деньги на ваш счет, а вы в качестве благодарности оплатите утвержденный процент от суммы возврата. Moneyback работает в рамках закона, пользуясь лазейками договора оферты. Вдруг вы в течение года надонатили в играх сотни долларов, тогда вам прямая дорога к менеджеру Moneyback. По ссылке в описании и закрепленном комментарии. Итак, друзья, что хочется сказать. Конечно же, это было предсказуемо. После презентации нам сказали, что метки AirTag выйдут 30 числа в продаже. Значит, логично было, что до 30 числа выйдет релиз, потому что они как раз работают именно на iOS 14.5. Что же нам добавили новенького в данной iOS? Это... Запретили отслеживать в приложениях за пользователями. Теперь стала более защищенная система в приложениях конкретно, в сервисах. Мы теперь можем не переживать, что утекут наши данные или что-то в этом роде. Теперь в поиск устройств по геопозиции мы можем искать метку AirTag, наушники, ключи, все то, что мы можем добавить. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Небольшой редизайн Apple Music, добавлено более удобное добавление в избранные, удаление и так далее. Имеется возможность разблокировать iPhone с помощью Apple Watch, когда вы в маске. Добавлено более 217 новых эмодзи. Также добавили поддержку геймпадов PlayStation Series X, Series S и PlayStation 5. На этом все. Обновление заканчивается, поэтому что хочется сказать, обновляться, ну, кому интересно, можете обновиться. Предыдущая прошивка iOS 14.4.2 будет доступна еще неделю после релиза. Вы всегда можете посмотреть на сайте Apple поддержку данных прошивок, поэтому можете в принципе накатиться. Для меня важно в каждой iOS обновление — это конкретно автономность. А об автономности мы с вами поговорим уже завтра. Поэтому подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, ставьте пальцы вверх, оставляйте ваш комментарий, какая у вас версия iPhone, какая у вас емкость, какие у вас проблемы. Может, я вам смогу чем-то помочь. Скоро увидимся!